Сегодня в стране отметили День спасателя. К своему профессиональному празднику сотрудники республиканского МЧС пришли с неплохими итогами. Только в Чувашии было спасено более 1000 человек. Лучшие спасатели сегодня были удостоены высоких наград. О героях дня сюжет Дмитрия Ковалева. Они всегда там, где беда. Их работа измеряется спасенными жизнями. На счету Павла Орлова сотни выездов. Он служит в 6-й пожарной части, район неспокойный. Часто огнеборцам приходится ликвидировать возгорание домов. Каждый выезд – это неизвестность. И все пожары бывают, ни одного одинакового пожара не бывает. Все они разные. Сложность заключается тоже в зависимости от обстановки. Из последних случаев, это 7-я линия местного комбината, горел дом. Была угроза распространения на соседние дома. В доме в этом обнаружили 3 газовых баллона, о которых никто не знал. Сегодня Павлу Орлову присвоили звание капитана. Новоиспеченным майором внутренней службы стал Максим Моторкин, спасатель с 17-летним стажем. Начинал с курсанта, потом пожарным. И так по ступеням дошел до зама начальника части. Дальше перешел в службу пожаротушения. Я еще в армии понял, служа срочную службу, я понял, что мне нравится служить. Чужих бед не бывает. По тревоге спасатели выезжают и в другие регионы. Экстремальных командировок было немало. Сотрудники республиканского МЧС помогали обследовать затонувший Волги теплоход и ликвидировать лесные пожары в Сибири. Председатель кабмина отмечает, что свой профессионализм чувашские спасатели доказывали не раз. Все мы, простые жители республики, чаще всего сталкиваемся с вами при чрезвычайной ситуации, будь это техногенные какие-то катастрофы, наводнения, пожары. Но самое главное, мы уверены, что помощь в вашем лице придет, будет она оказана профессионально, своевременно. Спокойные дни у спасателей можно по пальцам пересчитать. Только с начала этого года в Чувашии произошло более 1200 ДТП и порядка 800 пожаров. Но все же, отмечают в МЧС, количество ЧП в республике сокращается. Результатом работы является снижение количества пожаров на 10%, снижение количества погибших на них на 30%. Работа главного управления МЧС России по Чувашской республике была оценена на уровне федерального округа. Усиливать профилактическую работу в МЧС намерены и в следующем году. Система гражданской обороны в республике будет совершенствоваться. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.